ошибается, нога где опорная, давай. Еще раз. То есть расслабься, то есть а то больно. А я движение себе, оп. И, то есть только ткнуть туда, да, как бы. Достаточно дотронуться, да. А я просто дотронуться. А если вы еще сюда дадите, смотри, что. Последний, да? Ракета. Давай. Поэтому, а я так стою, как для вот такой ситуации. Да не хорошо. Все. То есть я раз, вот так ногу, понимаешь? Давай. То есть стрейчек, а я раз по суставам, видишь, уже туда можно по суставам. Я ниже чуть-чуть. И стрейчек. То есть, о! То есть видно, по суставам. Прикол. О, можно так, да? Опоры нет, у тебя снаружи. Ну ладно, короче. О, видно. Все, чуть-чуть надо ударить. Опять что мы делаем? Веревку, кстати, опять веревку, да? То есть что мы делаем? Веревочку. Это все разрушится у вас. Значит, что движение прописали, если давайте. Я ж дозировку чувствую сильно. О, это достаточно чуть-чуть, и уже будет какое-то изменение. То есть чем жесткий, да? Давай. А я раз, все. А здесь что? Ну, ладно. Ноги то же самое, как веревки. Это раз. Так, кидай. Раз. Вот. Не важно как, а раз. О, видно, мне удобно в данном случае рукой, да? То есть, раз, о, то есть, видишь, что, то есть, залипать, как бы, да? Так, как, раз, оп, видишь, а здесь? Ай, стоп, понимаешь? Ну, куда? О, а здесь бьёт. Здесь, да, смотри, выдыхать. Смотрите, сейчас. К слову, откуда сильный удар сейчас был? У тебя мышцами нифига стоит. То есть она раз пошла, пробивая. А я раз. Она раз пошла. О, о, о. О, и туда. Ну, чтоб яйца тебе не открывали. На раз. О, туда давай. То есть я на раз. О, туда. Аккуратно, да?